3, 2, 1, старт! Точка кипения появилась в классическом университете. Это удобное пространство, где студенты, причем не только классического вуза, могут обсудить прогрессивные идеи развития региона, пообщаться с бизнесом и властью, узнать современные запросы региона. Промышленность сегодня становится настоящим заказчиком на разработке, учится транслировать свой запрос к этим молодежным командам, да, и к научным командам. И сейчас тот момент, когда это проще всего подхватить. И мы очень надеемся, что точка кипения станет именно таким местом, где эти стартапы будут находить свои ресурсы. Поможет в этом общая экосистема, состоящая из 160 точек кипения по всей России. В каждом филиале можно присоединиться к общей сети «Лидер ID», где каждый желающий может предложить свой проект или мероприятие. Притом идеи могут касаться как региона, так и страны в целом. И развитие агробиотехнологии – это сегодня важнейшее такое направление развития исследований и продвижений. Это, конечно, и информационные, и цифровые технологии, и возможности использования беспилотников, в первую очередь для нужд народного хозяйства и экономики. Уже сегодня в рамках точки кипения обсуждали развитие аграрной промышленности и искусственный интеллект. А всего до конца года здесь пройдет порядка 170 разного рода мероприятий. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.